это дезинформация. Однозначно я могу это сказать. Откуда вы получили такую информацию? Вы можете раскрывать эту информацию, это секрет. Ситуация весьма стабильная и нормальная. То, что предпринимается в Синьцзяне, это только направлено на борьбу с терроризмом и борьбу с радикализмом. Я хочу только одно заявить, что это все дезинформация. Все, ответил?